В 21 веке только труд может обеспечить казахстанцам благосостояние и достижение нового качества жизни. Мы страна труда, и наше государство должно воспевать человека труда. Страна труда – это сотни трудовых профессий со всего Казахстана. Страна труда – это калейдоскоп лиц тех, кто составляет основу нашего общества. Задача – это очистка газа доменного от взвешенных веществ, то бишь от пыли, мусора, грязи, и непосредственная подача его уже потребителям. Мы обслуживаем газопроводы, поддерживаем их в рабочем состоянии, чтобы не было никаких перепадов давления, очищаем газопроводы, проводим ремонтные работы. Хоть и цех он небольшой, маленький, но функции очень большие, и можно сказать, мы одни из тех, кто влияем на производство всего комбината. Так как у нас газопроводы находятся по всему комбинату, то бишь на всей протяженности комбината, и у нас специфика такая, то что большинство работы у нас происходит на улице. Так как газ грязный, а потребителям, чтобы произвести металл, в общем, все цеха потребляют доменный газ. То бишь, чтобы для этого нам нужен очищенный газ доставить непосредственно от производителя к потребителю. А также у нас есть, это у нас участок газоочисток, очищает доменный газ. Цеха потребляют газ, надо его распределить, надо уметь в аварийных ситуациях сократить все. Это надо делать быстро, оперативно, непосредственно учитывая все риски и факторы. В 2001 году после окончания Карагандинского металлургического института в городе Темиртау меня по распределению автоматически отправили сюда. Приняли меня обыкновенным газовщиком, то бишь пока. Ну и после этого пошли мои трудовые будни. Работал я на всех участках газового цеха. Я жил, вырос в поселке Ростовка. Пока я в Ростовке, получается, Тельманского района, еще Бухажировского. Ну, вырос в обыкновенной семье совхозников, ну как бы сказать. Отец был водителем и так далее, совмещение было профессии, мать работала. Каждая специальность – это целый мир. И о каждой наша съемочная группа расскажет свою историю. Как день за днем, год за годом строится огромная страна – страна труда.